У красавицы актрисы Елизаветы Боярской свои особенности внешности. Два шрама на лице, которые она заработала в детстве. В детстве я была совсем... Я была очень озорной. Это точно. Первый шрам появился, когда Лизе не было еще года. Сидя у мамы на руках, девочка сильно дернула за шнур светильника и разбила его. Осколок поранил ей щеку. Второй шрам у Лизы на лбу, как результат удара о батарею. Шрамы ничуть не портят боярскую жизнь, в том числе и личную. Актриса счастлива замужем за актером Максимом Матвеевым. Работе эта особенность тоже не мешает. В кино и сериалах шрамы ретушируют на монтаже. В театре скрывают под гримом. Шрамы видно разве что в повседневной жизни, когда Боярская почти без косметики. Шрамы актрисы мало кто видит. К тому же Лиза не любит выставлять себя на показ, не ведет соцсети и вообще достаточно закрытый человек. Есть еще одна причина, почему Боярская не убрала свои шрамы. Она как-то призналась, что они напоминают ей о беззаботном детстве.